Добрый день, друзья и недруги. С удивлением, хотя зачем я вру, без такого удивления, с горестью, скажем так, с досадой, прочитал в комментариях на публикацию в «Аргументах и фактах», где я объяснял коллегам, что имел в виду артист Данилка, известный как Верка Сердючка, когда он там на меня наехал на днях в беседе с известным латышским ресурсом. Но песни совсем не о том. Просто я там упоминал, что Владимир Зеленский в тот период, ну, который описывался в моей беседе, когда я его видел в стенах ВГТРК и в нашем таком карманном, скажем там, ресторане, рыбный сербский ресторан был на углу 5-й улицы Мужского поля и улицы Правды. Так вот, многие изумились, что Владимир Зеленский вел «Огоньки» на федеральном канале, говорят, что такого не было. Поэтому я не поленился, сейчас нашел эти фрагменты, где он вместе с Максимом Галкиным, признанным сейчас иностранным агентом, ведет вот эти самые престижные телевизионные выпуски на федеральном канале.